Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Викана. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ничего интересного, ставьте лайки. Вот сегодня я хотела поговорить о творчестве все-таки. Вот одно хочу видео уделить вот этому вопросу. Почему? Потому что очень многие на консультациях у меня спрашивают. Сейчас очень многие боятся потерять работу. И если потерять работу, либо выходят на пенсию, да, женщины, и думают, что же им делать. Я всегда говорю, в каждой женщине скрыта определенная такая куча талантов. И можно как бы зарабатывать денежки, да, на своих талантах, на своих хобби. Я всегда всем советую, даже если у вас есть работа, я думаю, что нужно все-таки что-то, в какой-то талант в себе открыть, и потом, может быть, он вам принесет кусочек хлеба в будущем. И неправда, что это некоторые говорят, во мне ничего нет, я ничего не умею. Надо все-таки вот попробовать, да, присмотреться к себе, интуитивно подумать. Потому что женщины могут шить, могут вязать, могут там вот свечи делать. Вот я, например, делаю свечи, да. И вообще талантов очень много. Кто-то там мыло делает, например, красивое. Кто-то всякие там керамические изделия делает. Кто-то делает там картины, рисует. Я очень, говорит, приветствую таких людей. Я, вот, честно говоря, все делаю сама. И очень давно. Вот все, вот что подсвечники, может быть, вот увидите на моем столе, вот такие. Я все это делаю сама из камней. Я люблю собирать травы. Моя бабушка была травница. Я их сушу, травы. Я делаю свечи с травами. Вот такие, например, с полынью. Вот все свечи делаю, да. Полынь, она, кстати, очень хорошо. Ей чистить квартиру или вот дома куривать. Вот такие свечи, упаковываю в таких красивые бумажки. Вот эти свечи. Далее делаю свечи с лавандой. Тоже вот лаванда у меня там внутри. А запах у этих свечей, это свечи из овощины. Они мне очень понравились. Это овощина, с ней очень легко работать. Такая гармонизация отношений очень хорошая. Или просто для фона, для дома зажигать. Такие большие вот я делаю с овощиной, упаковываю бумажечку, потому что бумажечка, она удерживает внутри запах лаванды. Делаю такие свечи на гармонизацию отношений. И вот видите, сзади это два человека. Сзади ничего нет, вот как бы, да, а здесь вот у нее переплетается два человека. Это когда зажигаешь свечу, она горит и гармонизирует отношения между мужчиной и женщиной. Вот такие свечи также делаю. Вот такие на гармонизацию свечи делаю. Тоже из овощины очень красивые. Это мужская сторона и женская сторона. Розовенькая и голубая. То же самое, когда зажечь свечу, можно посмотреть, как они будут отделяться друг от друга. При каких-то ритуалах, при каких-то обрядах это тоже очень можно посмотреть. Либо мужчина будет с вами расходиться, либо будет, как говорится, вместе с вами. Свеча всегда покажет. Свечная магия, она самая интересная. Это родовое дерево. Вот такое. Дерево рода. Тоже очень красивая свеча. А негативные, это негативы. Делаю свечи вот такие. Снять, для снятия негатива, то что негатив, и будет видно, сколько оплавления идет черной свечи, черной овощины, и сколько оплавления будет идти с овощины такой вот желтенькой будет оплавление идти. Очень люблю душистые свечи, это вот с корицей. Ой, гвоздик, извините меня, добавляю гвоздику. И когда свеча горит, очень приятно пахнет. Вот такие с гвоздичкой. Очень красиво. Вот они, сама гвоздичка сюда вставляется. Это денежные свечи для привлечения денег. На обряды для привлечения денег. Также делаю длинные такие свечи. Вы посмотрите, какие красивые свечи. Посыпаю блесточками такими. Вот тоже такие свечки очень красивые. Здесь тоже вставляется гвоздичка. Свечи очень легко делаются, но это для привлечения денежной энергии. Тоже очень интересные такие свечи. Также делаю пирамидки для карьерного роста. Такая пирамидка для карьерного роста. Это мои простые такие свечи достаточно, вот, которые я делаю. Также делаю витые свечи.
То же самое, когда ее поджигаешь, такую витую свечу при каком-то любовном там, да, ритуале, например, будет видно, как мужчина будет к вам склоняться, как говорится, либо отклоняться от вас. Свеча будет показывать все это дело. А далее делаю черные свечи, вот такие вот, на снятие негатива, либо, например, там что-то вы почувствовали такое плохое, да, что-то можно эту свечу отправить и сжечь. Совершенно очень легко делается совершенно. Также для снятия негатива вот такие свечи очень интересные я делаю. Он как бы разбавляется негативной, позитивной энергией. Здесь тоже можно посмотреть. Ну, с ним очень легко работать, собственно говоря. Посмотреть, какой энергии уйдет больше, какой меньше. На какой стадии может свеча просто потухнуть, а может быть и нет. Простые витые также, вот я уже показывала свечи. Также я делаю. На гармонизацию отношений с синими сердечками делаю, например, там с красными сердечками делаю. Мне очень нравится свечи делать с анисом. Анис пахнет волшебно. И я их также в кофе. Пересыпаю кофе. Сейчас кофе немножко уже так примялось здесь, да? Анис пахнет шикарно. Анис пахнет просто шикарно. Свечи мне всевозможные, множество, я их делаю постоянно. Я не даю себе никогда грустить. Если мне, да мне грустно, собственно, не бывает, я человек очень занятой. Вот такие свечи очень красивые я делаю. Это как более декоративная свеча. Она хорошо украшает день-ночь. Вот такая свеча очень красивая, я тоже делаю. Тоже декоративная свеча. Очень красивая. Вообще вощина мне очень нравится. Она такая душистая, пахнет приятно. Сердечные свечи на любовь. Сердечко. Тоже очень красивая свеча. Такая свеча ангел вот я сделала. Тоже из вощины. Свеча ангел. Тоже очень, очень красивая свеча. Она мне очень нравится. У меня их великое множество. На избавление злых сердец. Вот такая свеча у меня есть. Тоже такие свечи делаю. На избавление злых сердец. Свеча день-ночь, вот такая красивая. Я говорю, дорогие мои, никогда не нужно скучать. Нужно обязательно чем-то заниматься. Во-первых, это для полезное для развития, да, например. И убивает какие-то, если кто-то, например, остался с любимым человеком. Ну, не те же не топиться, в конце концов. Можно чем-то заниматься, чем-то, как говорится, что-то делать. Но это опять на денежки, на привлечение денежек у меня свечи. Такие очень красивые. Сет, конечно, показывает. Тут целая история. У меня их очень много, этих свечей. Тут я делала вот новогодние свечи, очень такие вот красивые. Вот они новогодние с сердечками. Тоже очень красивые свечи. На Новый год всевозможные, разные. Так, для интерьера очень красиво вот тоже. На Новый год ее вот сделать, да? Показать, куда-то поставить. Очень красивые свечи. Пирамидки всякие делаю вот такие вот. Вот на карьерную лестницу. Очень хорошая свеча горит. Вот так вот она, да, и человек двигается по карьерной лестнице. На разные обряды, на разные случаи, на все что угодно. Поэтому, мои дорогие, не надо скучать, надо чем-то заниматься, что-то делать. С травами свечи очень люблю. Вот делаю с травами. Сейчас, к сожалению, показать не могу, потому что они у меня есть в упаковочке. Потому что травки сыпятся, я их так в травку складываю в пакетики. Обязательно ленточками перевязываю. И там у меня, вот видите, они с травками у меня посыпаны. Там у меня разные-разные, с розой свеча, с мятой свечи, с ванилью даже есть свечи. Всякие разные. Шью скатерти всякие красивые. Вот эти все, что у меня на столе лежит, все блестящее. Это все дело моих рук. Вот такие вот бутылочки очень красивые, волшебные делаю. Вот они, волшебные бутылочки. Никогда вот не нужно унывать, все время можно чем-то заниматься. Вот как раз та с бабочками они у меня. Вот. Это тоже моих рук дело. Вот такие бутылочки, пожалуйста, тоже волшебные делаю для привлечения удачи. Сейчас буду делать серию маленьких бутылочек, я потом обязательно покажу. Это они с бабочками такие вот. Обычная стеклянная бутылочка, но я ее превращаю в волшебную бутылочку. Вот
такая вот. Сиреневый. Люблю очень сиреневый цвет, фиолетовый цвет очень люблю. Вот здесь особенно, вот если так близко посмотреть. Делаю их достаточно, кстати, быстро. Вдохновение идет у меня очень быстро. Я такая выдумщица. Шью себе сама платье, костюмы, все делаю сама. Потому что, мои дорогие, это же просто взять и попробовать, все у вас получится. Сегодня закончила такую денежную картину. Вот как ее правильно показать, на все не помещается. Вот такая денежная картина. Завтра я ее подарю. Завтра поеду в гости. Завтра у меня семейный день. И подарю вот такую вот денежную картину. Она мне сегодня уже готова. Это мое сегодня последнее уже творение, что я сегодня сделала. Вот такая красота. Это денежная картина. Денежное дерево. Я думаю, что оно... Подарю его, наверное, своей дочери завтра. И думаю, что ей очень понравится. Я думаю, что ей очень понравится. Буду серию таких картин делать сейчас. У меня очень много задумок. Я их буду делать. Мне очень нравится этим заниматься. Я такая рукодельница. Даже вот этих вот совушек, когда я покупала, я их тоже оформила, глазки им приклеиваю. Все, что попадает в мои руки, все приобретает жизнь. Все блестит, все переливается, все живет, все оживает. И поэтому, мои дорогие, я всегда говорю, что нужно развиваться, не нужно скучать, не нужно ничего ждать. Все в наших руках, мы все сами можем делать. И даже вот, особенно когда вот смотрю сейчас на пенсию, бабушки выходят, сидят на лавочках, ничего не делают. Моя бабушка, она была травница, она собирала травы, делала также свечи, заговорами занималась, лечила людей. Это было, правда, очень давно, но это было. И поэтому вот я лично вот тоже такая вот выдумщица. Вот, я делаю вот всевозможные, приходит мне вдохновение, и я делаю вот такие свечи. И всем желаю, найдите тоже какое-то свое хобби в жизни, и развивайтесь, и вам никогда не будет скучно. И никогда не будет каких-то плохих мыслей в голове. Все будет хорошо, мои дорогие. Все наладится. Все будет хорошо, я проверяла. Всего вам доброго. Спасибо, кто досмотрел этот. Это мое видео. Вот немножко показала вам, чем я еще могу заниматься. Но это так у меня помимо гадания на Таро. Потому что я считаю, что творческие люди, люди эзотерики, они, как правило, много что умеют делать, и не я одна такая. Многие такие люди, которые занимаются вот такими. Некоторые карты рисуют, Таро я знаю. Кто-то занимается картой, Таро рисует. Кто-то руны. Кстати, я руны себе тоже сделала, тоже очень красивые. Но рунами у меня почему-то пока некогда заниматься. У меня картами Таро очень много заказов, поэтому я этим занимаюсь так между дел когда-нибудь. Серия свечей от негатива, вот так же вот я делала. Так что, мои дорогие, не скучайте, занимайтесь чем, что-то придумайте в своей жизни, все будет хорошо. Всего доброго, спасибо вам за внимание, с вами была Марина Виканова.